Одна из основных целей форума – сохранение имиджа Московской области как региона с развитым овощеводством, привлечение новых инвестиций в эту отрасль, налаживание контактов и обмен опытом. Мы очень надеемся, что все то, о чем мы договоримся, будет руководством к действию федеральных, региональных властей и, конечно, бизнеса. Особую роль, как всегда, здесь занимают торговые сети, потому что столичный регион, и не только столичный, во многом зависит от их настроения, от их партнерства, от их поведения. Для нас очень важно, чтобы мы одинаково понимали, что успех нашего общего дела вот именно во взаимодействии. На форуме прозвучало, что в ближайшие 5 лет мы должны насытить нашу страну продуктами собственного производства и подготовиться к конкурентной борьбе на международных рынках. Доля 80% производства – это сегодня личное подсобное хозяйство. Наша стратегическая задача, чтобы эта продукция как можно быстрее поступала в переработку, в современную переработку, и, конечно же, находила своего потребителя дальше ярмарок и попадала в торговые сети. Для этого нужна сельскохозяйственная кооперация. Представители различных регионов России привезли на форум свою продукцию. Здесь огурцы, помидоры, грибы. Свой стенд на форуме развернула и домодедовская фирма «Седек», которая работает уже более 20 лет. Мы сами с нуля практически делаем из клетки этот картофель. И в течение 5 лет доводим до того, до той репродукции, когда мы можем предложить ее уже фермеру для дальнейшего производства. И наши клиенты находятся не только в Московской области и во всех регионах России. Как раз вот здесь, сейчас, на этом форуме, на овощкульте, к нам подходят представители различных регионов. Главные темы форума – как развивается овощеводство в различных регионах России и выгодно ли сегодня вкладывать деньги в этот бизнес. Этот форум – замечательная возможность приобрести неоценимый опыт в плане овощеводства. У нас Домодедово это не так развито, у нас основным нашим коньком Московской области является молочное производство. Но в планах, как мы об этом уже заявляли и на отчетах, это создание теплиц. И здесь замечательная площадка, здесь очень опытные люди со всего мира, этот форум международный. И есть возможность завязать контакты и обменяться полезной информацией, наладить связи для дальнейшей работы. Для того, чтобы на наших с вами столах всегда были свежие овощи, как было сказано на форуме, на рынках должно быть больше продукции собственного производства. А для этого необходимо строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ и оптово-распределительных центров. Татьяна Коваль, Николай Галынкин, Михаил Фролов, Домодедовское телевидение.